чемпионат Витебской областной организационной структуры «БФСО «Динамо» по самозащите среди первичных организационных структур коллектива «Физическая культура». Чемпионат проводится с целью развития и популяризации самозащиты как отдельного вида спорта. Можно сказать, что основу и основную базу берет эта борьба самбо. Но за исключением первого тура, где у нас проводятся боевые приемы борьбы, а точнее демонстрация боевых приемов борьбы, и участники также получают свои оценки, получают свои места. Знаете, спорт – это как наркотик. Уже раз попробовал и почувствовал вкусы победы, поражения. Вообще помогает развивать различные качества – силу, быстроту, ловкость, уважение к соперникам. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.